Сегодня первый день выставки Mopic Russia 2020. С вами retail.ru. У нас в гостях Евгений Джамалов, директор по инновациям сети магазинов «Магнит». Евгений, здравствуйте. Добрый день. Расскажите, пожалуйста, как вы пережили эти полгода, как вы выдержали этот коронавирусный удар и в целом какие у вас планы на оставшийся год и на 2021? Слушайте, конечно, было сложно. И здесь очень много зависело от партнерств. То есть те ребята, которые были готовы поставлять в наши магазины, и, соответственно, для нас, для всех, для покупателей продукты. Также очень серьезно у нас сработало на опережение собственного производства. То есть выращивание всех там злаковых, гречки, той же самой, помидорок, ну, всего, что мы производим, сложное производство, кстати, тоже пельмени. То есть у нас были, конечно, понятно, стратегические запасы месяца на два. Но в тот момент, когда мы поняли, что идет большой спрос, очень резко увеличили и производство в том числе. То есть мы этот спрос поддержали. И что интересно, магазины же наши именно не закрывались, они продолжали работать. То есть эти люди, мы внутри их называем наши герои, герои нашего времени, которые продолжали выходить на работу, понятно, под страхом там каким-то заразиться. И что мы делали? Мы одни из первых установили просто-напросто такая вот инновация, да, как хотите назовете, экран. Просто прозрачный экран между, соответственно, кассиром и покупателем. То есть уже сразу обезопасили. Мы сразу начали смотреть, как сделать безопасный магазин. То есть прям так вот, чтобы наш клиент предпочел, например, прийти именно к нам и чувствовал себя в полной безопасности. То есть мы смотрели, как поставить там ультрафиолетовые лампы, роботы-дезинфекторы, манжеты специальные, которые дезинфицируют ручки на тележках, обезопашивали полки, делали там капельное распыление над нашими продуктами. Ну, в общем, как только могли, делали безопасную среду, чтобы люди спокойненько могли продолжать ходить. И на самом деле очень даже неплохо пережили эту историю. К нам обращались и другие коллеги, и другие ритейлы, которые в тот момент были закрыты. Например, под вопросом размещения их товаров у нас, так как наш офлайн продолжал работать, а они там в онлайне. Вот. Интересно, получились такие уроки пандемии, то, что у нас фактически сейчас сформировалось две корзины, над которыми мы дальше будем, вот я как директор по инновациям буду дальше работать. То есть одна корзина – это то, что легко покупается в онлайне, это знакомая вам колбаса, я не знаю, какие-то упаковки и так далее, все, что вы можете спокойно дозаказать, там, сказать условному голосовому помощнику своему, повтори, пожалуйста, заказ недельной давности. Так у нас и понятно, что, оказывается, формируется вторая корзина потребления для одного и того же человека, да, ну там у нас все персонализация и так далее, которая включает в себя все то, что надо понюхать, посмотреть, пощупать, потрогать, и вы не готовы купить, не знаю, например, кусочек свежего мяса или помидоры по картинке в интернете. Вот, и еще один из таких серьезных уроков, мы наконец-таки пошли в онлайн. Вот, у нас уже пару недель как работает доставка, и через где-то там еще 2-3 недели под White Label выходит именно наша тоже доставка. То есть мы во все привычные каналы потребления человека, будь то его мобильный телефон, не знаю, кошелек, офлайн каменный так называемый магазин, все это предоставляем и продолжаем предоставлять на самом высоком уровне, самыми низкими ценами. Евгений, спасибо за ваш ответ. Я думаю, в лице многих граждан мы хотим сказать вам спасибо за вашу работу, за ваш труд. Продолжайте в том же духе. Мы желаем вам успехов. С вами retail.ru. Не переключайтесь.